И всем привет, с вами Лимбер. Это первая серия по Finding Bigfoot. И сегодня мы начинаем проходить эту игрушку. Это у нас что-то наподобие Рейка. Сохранение игры. Не знаю, что тут написать. Лимбер 1. Все. Создаем. Так, плеер Томас, Джессика, Вильям. Чё? Давайте за Рика поиграем. Росс Лейк. Нет, все, вот эта карта. Начинаем играть. Вот, Bigfoot, Finding Bigfoot, это как бы что-то наподобие Рейка. То есть практически его клон или наоборот Рейк. Это клон Бигфута. Я не знаю, местные газеты заполнили статьи о пропаже людей в национальном парке Росс-Лейк. Не суть. Десятки жертв за последний год были найдены, разорваны на части и пропали без следа. Короче, все понятно. Давайте зайдем в грузовичок. Что у нас тут вообще есть? У нас есть ножик у нас есть, винтовка, сигнальный факел, ракетница, видимо, ракета, камера, и тут какие-то прикольненькие. Не понимаю, зачем нам тут гитару, давайте все возьмем. Вторая ракетница. Это, видимо, за тем, что тут есть мультиплеер. Так, давайте перезарядимся. О, отлично, прям как будто... Прям прикольно. Мне, короче, понравилась винтовочка. Так, что тут? Мясо. Я как знаю, что на мясо мы его, видимо, должны как-то привлекать. Вот и капканы. Так, давайте, кстати, обыщем полочки. Еще ракеты. А почему у меня всего 5... тут же еще надо обыскивать даже. У нас какой-то крутой компьютер на самом деле. А где нам брать патроны? В смысле, у нас их всего 5, какого хрена? Лимит предмета. А в чем прикол? Где мне брать патроны? Ладно, короче, не будем тут сильно затягивать. Короче, смотрите, давайте разберемся вообще с управлением. Нож, ракетница, сигнальный факел, Так, стоп, давайте сейчас посмотрим вообще, кстати, настроечки. Управление, свободные руки, планшет, таб, фонарик, F, ветка, видимо, капкан прикрывать, ракетница, сигнальный факел, зум, камеры, дроны. Чё? Дрон вверх, не суть. Камера ночного видения N. А где капкан-то взять? Не понимаю. Дрон. Пули слежения. Нет, 5 патронов. У нас какой-то джип такой модный. Вот тут еще что-то есть. Зачем палатка вообще? Пули ружья, поле слежения. Что вообще происходит? Это зачем? А как капкан-то использовать? Так, давайте сейчас потыкаем по всем кнопочкам. На Q у нас... Вот, капкан. Так, давайте сейчас возьмем камеру. Камера. Поставим ее где-нибудь. Давайте. Вот отсюда обзор неплохой. Я ставлю ее прям под собой. Вот тут перед у нее. Так, и давайте перед камерой где-нибудь вот тут вот поставим капкан. Видимо, прям под собой, да, он ставится. Взять, положить мясо, замаскировать. У вас нет этого предмета. Где мы должны брать ветки?
Ну, по логике... А, так, ладно. Ножик нам нужен, видимо, для ближнего боя. Так, маскировочные. Замаскировано. Так. Карта у нас на М. Ну, логично, в общем-то. Что-то какая-то она непонятная. Так, давайте сейчас поизучаем местность. Камень. Зачем нам камень? Так, давайте... Не совсем понимаю вообще, где мы ходим даже. Стоп, мы можем реально с помощью дрона тут все изведывать. Так, давайте сейчас сходим туда. Ну, вот так вот. Побежим туда. Там у нас какой-то круг. Кстати, по поводу существования, возможно, и логова, я даже не знаю. Возможно, я сейчас к логову иду. Так, давайте-ка сейчас это... А, вот, фонарик. Камень зачем-то. И мы, кстати, это можем подобрать. Что за бред? Так. Так, мы правильно идем. Что это такое? Это я. Блин, жалко, что мне не с кем, блин, поиграть. Вот в мультиплеере, конечно, мне кажется, было бы... Ну, как бы, как сказать... Ну, не так страшно, как тут. Зачем об этом вот так вот как бы говорить? Пули ружья. А, 10, да? Максималочка. Так, давайте-ка вот тут вот под палаткой поставим камеру. Камера. Вот так вот. Нельзя, да? А вот тут. Поставлено. Так, теперь давайте возьмем капканчик. Сколько же тут всего много? Как это неудобно-то? Капкан. Зажечь. А, стоп, давайте сначала камеру поставим. Так, положить мясо. Замаскировать. Так, давайте сейчас зажгем. Палки. Что? Взять. Серьезно, я долбанулся об это уже вот. Даже не из-за Бигфута. Блин, как мало же аптечек. Так, давайте возьмем капкан опять. Так, вот взяли мы. Окей, сюда отойдем. Все поставили. Положить мясо. Замаскировать. Так, замаскировать у нас... Вот, берем и маскируем. Так, теперь давайте побежим сейчас за ветками. Что вообще? Прикольно, в принципе, знаете, надо брать ветки, чтобы прожечь какие-то костры. Тем более, что эта игра не совсем про костры вообще. Так, добавить палку. Зажечь. Он будет вечно гореть? Вообще, как бы, надо надеяться, то, что он будет вечно гореть. Я на это надеюсь. Так, и давайте вернемся обратно. Так, базовый лагерь. Так, ладно, идем туда. Ой, я надеюсь, что я в первой серии не буду страдать сильной херней. То есть, я пойду, надеюсь, я себя вытащу вообще на охоту. В принципе, что я обязан в этой игре делать, это охотиться на Бигфута. Как вы поняли, тут пропадают всякие туристы.
нас есть стамина. Holy shit. Это же... Друзья, это осложняет полностью весь геймплей, потому что... Блин, еще надо следить за стаминой, вы серьезно? Так он по-обычному еле как ходит. Если его никак не это. Так, давайте, кстати, камешки возьмем. Это, для, видимо, для костра. Еще ветку. Еще вот это. Палку. Где еще палка? Так, мап. А, вот сюда нам бежать. По дороге подбираем все. Кстати, еще в лагере надо развести костер. Вообще, как бы в тех местах, где я буду ставить камеры, там, мне кажется, надо нам развести костер. А no hunting. Вообще, не вовремя эта табличка, на самом деле, так как у нас как бы тут Бигфут, и не охотится, это значит... Да. Кстати, я на самом деле не понимаю, типа... Палатка зачем? А, можем фонарик включить даже. Так, все, больше мне. Day two? В смысле? Я так подумал, что даже день один-то. Ой, да, день один-то не начался, а тут уже day два. Ой. Закрыть. Закрыть. То вдруг еще так же, как и Рейк, блин. А, это ночь. Так. Как мне использовать камеры? Кстати, можно же дрона запустить. Кстати, по поводу костра, давайте разведем костер. Костер. Если. Я его чуть тут... Не могу запускать. Так, стоп. И теперь я как-то должен за этим дроном следить. Непонятно. А чё вообще за бред? Типа... Как мне вообще за камерами это следить? Давайте его возьмем. Давайте вообще, кстати, ракетницу запустим. Так. Так. Ещё давайте зарядим. Да, понятно. Ну, такое себе где-то в деревьях это все запускать. Так, у нас же есть еще какие-то капканы там, ракетницы. Стоп, пропали. То есть, на самом деле, не знаю, возможно, их даже найти придется. Эх. Как в камеры-то смотреть? Закрыть. Да. А как? Я же камеры активировал. Еще, кстати, температура тела показывается. Чего? Вообще будешь включаться, нет? Что вообще происходит?
Что за бред? Так, давайте уже выйдем. Чё вообще? Камера ночного видения у нас нет. Это вообще ночь? Ну, звезды вроде как есть, это не мои пятна на мониторе, это вроде как звезды даже. А монитор чистый. Что за бред? Я не понимаю. Так, это он. Так. Идея, мы должны уже на охоту выходить. Вообще, можем за камерами следить? Еще волки воют. Что-то им не хватает. Короче. Я надеюсь, что он не будет, как Рейк, типа, врываться в... Кстати, вот он. Бигфут это получается какой-то йетти. Или что-то наподобие. Меня больше волнует то, что почему у меня снайперская винтовка, а не какая-нибудь ружбая. Ну, типа просто, ну, как бы, ружье. Он же как бы ко мне подходить будет. Я же его выцеливать сильно не буду. Давайте походим по лесу. Что это такое? Так. Что за бред? Что было? Страшно, блин. Чё не воют, а? Что им в жизни не хватает? Ай. Ты сдохни, говно! В смысле? Вы посмотрите, сколько я ему отнял. А теперь посмотрите, сколько мне аптечка восстановила. Охренеть. Так, что проблемы были. Что происходит? Это... Трейл. Ну, по изображению можно догадаться, что это какая-то тропа, типа, по которой... Ой, блин. По которой, ну, ходят. Туристы. Так. Я так рекомендую, наверное, здесь поставить камеру. Так как место реально неплохое. Так. Все. И возвращаться в лагерь. Я вообще на самом деле не знаю, как я его вообще убивать буду, так как... вы видели, да, сколько я ему отнял? С двух, что ли, выстрелов. То есть я ему ничего не отнял. А он у меня чуть ли не все хп.
Так, вот, все, я вернулся. Так, давайте оставим грузовик открытым. А что это за дневная охота-то такая? Я не понимаю, типа, по логике должна же была наступить ночь. Господи, сумасшедшие охотники, что в рейке, что тут, блин. Ну серьезно, ну. Вас вообще не колышет то, что это опасно? То есть, если не просто, как бы, всякое. Да, я очень умный. Короче, ладно, не суть, это не важно. А вот то, что мы Бигфута нормально убить не можем. Вообще, на самом деле, я его плохо рассмотрел. Давайте еще раз проверим, можно ли камеры-то. Подождите, я их могу взять. Что это за напряженная музыка? Я вообще смогу в компьютер. Так. Вообще, как по мне, что Рейк, что. Наверное, Рейк вряд ли, а вот. Это Годзилла. Названием Бигфут, наверное, вот рассчитано именно на мультиплеер. Или именно мультиплеер. Что за странная хрень? Музыка еще какая-то играет. Это непонятно. То есть, типа, не то чтобы страшно, а то как непонятно. Почему я не могу сейчас. Долбаные полки, я их скоро пристрелю. Непонятно, что это такое. А! Я предлагаю запустить дрон. Так, все. Закроемся тут. А, так, достанем винтовку на всякий случай и дрон. Вау! Так. Control Viper. А, ну понятно. Вау! Где-то в горах, блин, охотнику подумалось, что тут не опасно. Не понимаю, типа, что вдалеке совершенно от цивилизации. Посмотрите тут. А, прочность 91, высота 21 метр. А, заряд-то, блин, 54%. Так, мне бы еще не заблудиться. Было бы, конечно, очень хорошо. А, вот, все, я вижу дрона на карте. Куда-то сюда, что ли, мне лететь? В смысле? Где-то он орал. Непонятненько, я бы сказал. Это, конечно, хорошо для сыкунов таких, как я,
То есть это какая-то дневная охота, что ли, я не совсем понимаю, типа. То есть сейчас еще будет и ночь. Только мы ее вряд ли увидим. Понятно. Так, стоп. А как выйти? У вас нет этого предмета? Вся сли? В смысле нет? Окей. До сих пор камеры не работают. Все, начинается ночь. Стоп, а если не ошибаюсь, уже ночь была, я даже не знаю. Ночь ли это была? Типа было написано day 2. Day 2. Типа день второй. И... Непонятно, конечно, начало. Я буду дальше разбираться. Чуть такое. Вот. Чё-то вообще камеры-то не работают. Я и понять не могу, что за бред. Давайте включим свет. Хотя я этому свету не совсем доверяю. А это что за камера? Стоп, мы... Если это камера для Бигфута, то есть мы, по идее, его должны убить... Блин, друзья, это же так сложно. Я ему, смотрите, сколько снял. За 2 выстрела. За 2 гребаных выстрела. Это жопа же какая-то. Это нереально. Это тяжело. Ай, ладно, продолжим, наверное, в следующей серии. Я что-то прям вообще как-то... Не совсем понял вообще, что тут делать надо. Вот, то есть у меня какая-то винтовка, блин, почему-то снайперская, то есть, типа, где мой дробаш, то есть сделали бы хотя бы как в рейке, то есть ты такой сначала с дробашом, а потом с винтовочкой. И винтовка сносит больше. Всякое такое. А тут как бы что-то такое странное, поэтому продолжим, наверное, в следующей серии. Ну и, наверное, переходим к концовочке. Ой, я нечаянно по микрофону долбанул. Так, переходим к концовочке. Ну что же, по окончанию видео хотелось бы вам сказать. Естественно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии к этому видео. А в описании к этому видео вы найдете полезные ссылки. Выделю главные. Warhex Music просто прекрасная штука, которая сделает вашу жизнь ярче и музыкальнее. Следующая ссылка на мою группу ВК, в которой вы найдете Linda Game Store, где можно провести лицензионные... Ключи на игры с гарантией. А по промокоду LIMBER5 вы можете получить дополнительную скидочку. Ну и всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.